Коллеги, всех приветствую. Сегодня мы с вами будем учиться работать с электронной торговой площадкой Сбербанк АТС. Данная площадка нам понадобится, если мы будем с вами работать с торгами по банкротству и с муниципальными торгами. Несмотря на то, что здесь у нас очень-очень много всяких секций, нас интересует только секция продажи, а именно приватизация аренды и продажи прав и дом РФ. Вот эти вот две кнопочки. Вот эти две секции нас будут интересовать. Нажимаем любую из них. Здесь мы видим снова много кнопочек и много-много всякой информации, то есть, которая нам не нужна. Нам нужно будет нажать «Процедура», «Реестр лотов». Дальше мы здесь можем ввести какое-то ключевое слово. Да, то есть нажимаем «Добавить» или «Изменить». Здесь у меня уже выбрано. Этапы проведения есть завершено, определение победителя опубликовано. То есть, если мы не нажмем одну эту кнопочку, да, то есть у нас полностью будут вылезать все лоты за все это время. И можем выбрать также регион. Пускай будет Калужская область. Нажимаем поиск. Сейчас в Калужской области у нас найдено 20 лотов на сумму практически 20 миллионов рублей от 5 организаторов торгов. Здесь мы можем нажать кнопочку «Просмотр». И вот здесь вот вся информация будет нам выдаваться. Вся информация будет нам выдаваться.